Она заслужила большего. Я бьюсь за место под солнцем, которое должно было перейти к ней. Я соболезную тебе. Пошел ты, кстати, ты к черту, иди, и ты, твой Дон Джон Уик. Она не сказала ему, где ты? Конечно нет. Она сохраняла преданность мне до самого конца. Именно Тао Уик, ослепленный снегами, зашел в тупик. Ему никогда не найти вас. Эта история не должна закончиться вот так. Отпусти нас, и ты сможешь рассчитывать на милосердие. Где было милосердие, когда убивали мою дочь? Без нее неотъемлемое право не имеет смысла. Все кончено, мне конец. Все разваливается. Я хочу лишь, чтобы он погиб и у вас на глазах. Ты не думаешь, что у тебя есть шанс? Мой человек в Швейцарии видел, как Уик сел на самолет до Нью-Йорка. Он только что приземлился. Мне кажется, ты планируешь совершить невероятную глупость. Что ж, так тому и быть. Я под станцией Сити Холл, и я жду тебя, ублюдок. Скоро будет здесь. И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Touch Incorporated. Вескер с вами на связи, ну а сегодня с нами, как всегда, товарищ Джон Баба Яга Уик. И это последняя битва, ну, точнее, локация, как я понимаю, потому что мы прибили дочку в прошлый раз Хекса. Три стрим потратили на ее локацию. Но в результате мы добрались до нее и отправили ее на тот... Отправили ее к бабушке, так сказать, или к дедушке, не знаю, кто там у него. А, к дедушке, к дедушке. К дедушке. К отцу Хекса. И теперь нам осталось добраться до него, потому что он взбесился, чтобы его туда отправили. Наша задача такова. Расставить сейчас... У нас 10 монет, это очень мало. И нужно умудриться где-то спрятать бинты. А это не дай, но не везде. Тедик недоступен. Ну, в принципе, да, это станция метро. А, нет, вот здесь доступен. Бинты в тайнике. Обязательно. Бинты в тайнике. Ну, здесь очень дешево. Дальность атак с толчком повышается. Штраф за стрельбу по движущейся цели увеличен. Шанс попадания врагов снижается. Кувырок мне не интересен. Я могу технически... Ладно, я уже взял все, что нужно. А я могу как-то отменить? Бинты в тайнике, другой тайник. Ну ладно, у меня и тот, и тот. А тут я могу как-никак взять, к примеру, карабин. Револьер, автоматический пистолет, карабин, дробовик. Карабин, он помощнее будет и побольше с ним будет. С другой стороны, мне нужно прокачку делать хорошую. Но бинты мне нужны здесь в любом случае. Штраф — это промахи. Дальность атак с толчком повышается на 2 клетки. Но это я могу буквально так вот проходить, чуть ли не впритык. Расстояние кувырка увеличивается на 1 клетку. Или кувырок. Как бы тут и так на полную потрачу, и так, и так. Вот, реально, смотрите, выбор большой. Штраф за дальность... Дальность атак с толчком повышается на 2 клетки. Штраф стрельбу увеличен. Шанс попадания врагов. Но враги промахиваются. Давайте вот это возьмем лучше. Мне лучше, чтобы они промахивались постоянно. Как в фильмах. Использовать.
А я не вижу смысла как-то по-другому. Надо проходить по-умному. Так, пока он сейчас прогрузится с вами у нас. Так, хорошо. Прогрузился. Вообще, я реально понимаю Хекса, реально его понимаю, жалко его даже. Но, как говорится, чему быть, того не миновать. Платформа. Хекс прячется прямо у вас под носом, под нью-йоркским метро. Отправляйтесь туда. Что ж, погнали. Музычка какая бойкая. Ух ты. Слушайте, а мне это нравится. Можно буквально изучить всю систему метрополитена. Да, это полноценное метро. Смотрите, тут даже зона рельс есть. Так, ждать. Ждать. Нейтрализовать. Так, давайте идите сюда, мистер Жир. Так, нейтрализовать. Вот так вот станцуем с ними кардобалет, кунг-фу. А чё нет? Соберись, Уик. Вот так вот. Ну, здесь я пока нигде не вижу винтов. Вот тут прям электрическая, электромузыка, электронная музыка пошла. Немного смущает она меня. О, какие люди появились. Так, огонь. Так. Огонь. Уходим, Джонни. Соберись. Слишком. Давай еще соберись. Нейтралка. И заберем твою пушечку. Спасибо. Хотя у нас особо пистолет. Ну ладно, пусть пока тут полежит. Ничего и не будет. Пока пистолет потратим. Смотрите, вагоны, метро. Голый проход. Ну а чё ж это подстава? Так. Так. Вот зараза, попал. Так. Так. Парировать. Нейтралочка. Слушай, нам прям повезло. О, бинты нашлись. Красота, запасочка. Вот и спрашивается, что мне брать? Пистолет? Или винтовку, или автомат?
Ладно, давайте пройдемся. Если все чистенько, я... Да. А, это еще не все. Ну, конечно. Ждать. Так, нейтрализовать. Вот так вот с каждым потанцую его любимую румбу. Вот так по кругу, давай, Уик. А чего нет-то? Вот и все. И нет их. Огонь. Ну и в принципе только сюда. Ну, 15 магазинов. Дайте, я тогда лучше заберу винтовку. Автомат, черт с ним. А вот эта штука, она помощнее будет. Дробаш там получше. Выносит только в путь. Так, ну и пойдемте. Только соберись, мистер Уик. Джон Уик заходит в метро всегда с оплаченным билетиком. Погнали. Мистер Уик всегда заходит в метро только с билетиком. Ни один кондуктор его не остановит. Он уложит всех и положит, покажет, что у него билетик есть. Мистер Уик специалист по билетикам. Билетики всегда с ним, и никто ему не противовес ничего не скажет. Мистер Уик всегда пройдет, обыщет еще в поисках своей заначечки, ведь здесь у него заначечка есть. Итак, мистер Уик увертывается от местной гопоты и расстреливает ее. Вон так, молодец, мистер Уик. Так, здесь пусто, прекрасно. Встряхнем бороду, еще раз встряхнем бороду. И идем к гопоте и укладываем ее. Ну и заодно избиваем. Итак, мистер Уик идет. Мистер Уик идет по местному метро и проводит мастер-инструктаж всем безбилетникам. И тут столько безбилетников. Укладываю всех автоматически. Ай, попал. Да и черт с тобой, безбилетник недоделанный. Вот, держи тебе билетик дополнительный. И прокатись хорошенько. Иди сюда. Мистер Уик знает, как поставить всех безбилетников на место. Он взял обратно свой пистолетик и продолжает свое путешествие. И думает, взять винтовку или не взять. Красивая винтовка, может повторить, как в прошлый раз было. А, ладно, пойдем теперь сюда. О, смотрите-ка, сыграем с вами самбо на троих. Танец тройной самбоист. Мистер Уик укладывает всех, как сумасшедший Баба-Яга. Хотя он и есть сумасшедший Баба-Яга, но это же немножко другое. Вот так, держи пулю, а вот тебе вот так настоящая Баба-Яга. Кунг-фу. И последний, пока. А теперь пойдемте заберем винтовочку. Мистер Уик идет и забирает хорошенькую винтовку. Точнее, дробаш. Ибо с ним надежнее, безопаснее, спокойнее. Мистер Уик. Он знает, как пройти в ваше метросердце. Мистер Уик. Всегда заходит только с билетиком. Итак. Следующая зона. Метро. Там второй находится бинт, нужно будет тоже его забрать. Подготовка идет полным ходом. Экс обставил все вокруг. Благодаря этому вам будет проще к нему подобраться. Как удобно. То есть пушка нас ждет. Погнали. Итак. Если сейчас будет какая-нибудь... Хотя я сомневаюсь, что он будет что-то озвучивать. В конце концов, он ранее говорил с Уинстоном, а теперь... Я же сказал, с этим спокойнее.
идет. Так, ладно. Так. Иди сюда, мистер кондуктор. Так, парировать. Убили. Быстро, кстати. Да, он реально сделал здесь все хорошо. Респект Хексу. Ну, в принципе, месть на то, но и месть. Зараза. Джон, тут хоть бы дробаш бы звинчивал. Кстати, вот тот самый. Красота. Чего только не найдешь, да? В их домиках. Интересно, а куда они засунули еще одну птичку? Красота. Мы скоро сейчас опять приобретем звание Змей Горыныча, говорю вам. Так. Толчок. Нейтралочка. Так. Так, отлично. Парировать. Удар. 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 Зараза. Огонь. Перебинтоваться сейчас по-любому надо. Так, поднять дробаш. Thank you.
Давай. Соберись. Сколько их здесь? Я тут сейчас прямо танцуешь вам-брумам. И оттуда идут. Да и тут прям целая стая. Тропашек пока приберегу. Вот так. Тут столько оружия. О, винты нашлись, запаски. Прямо рядом. И выход. Ну, конечно, здесь будет тоже ловушка. Без ловушек? Что-то новенькое. Ну, это даже хорошо. У нас сохранилось 3 бинта из 4. Я правильно сделал, что положил 2 бинта. Это реально спасает. В противном случае это был бы настоящий кошмар. Что ж, давайте смотреть. Мистер Уик пройдет к своему перронному месту, даже если ему будут мешать. Он хочет ехать только в первом классе. Мистер Уик прогрызет себе дорогу к свободе и не будет в дальнейшем доплачивать за сервис, который и так стоил ему достаточно дорого. Он заберет любую оружие, которое будет помогать ему. Ну, или если оно ваше, и оно красивое. Красота, элегантность любого оружия для мистера Уика очень важна. И, кстати, где его бинты? Где мои бинтики? Отдавайте мои бинтики, говорит мистер Уик. Мистер Уик жаждет бинтиков. Где его бинтики? Бинтики, бинтики, бинтики. Давайте мистеру бинтики. Мистер Е кондуктора, но отдавайте бинтики мистеру Уику. И вы тоже идите сюда. Бинтики, пожалуйста, бинтики. Мистер Уик забивает всех в узком проеме. Вот так вот. Мистер Уик отправляет всех на тот свет. Отправляет. Вот, вот тебе по яйцам. Вот, держи, держи по яйцам. Вот, держи, держи по яйцам. Ой, отходим. Вот, держи пулю. Заслужил. Перебинтуем. Огонь. Бросаем. Поднимаем новую. Избиваем эту заразу. Стреляем, стреляем тоже в эту заразу. Стряхиваем волосы и отключаем эту заразу и перевертываем его. И вот так вот перевертываем его еще раз. А теперь идем к этой заразе и отбиваем эту заразу. Ну, сука, зараз, кошмар. Ой, одни только заразы повсюду. Вот, держи еще, зараза, зараза. Вот так вот тебе. А теперь пойдемте с карабинчиком. Прогуляемся, найдем бинтики. О, бинтики. Вот они где. Кто что-то засунул вас. Должны были быть в начале. Эх, никому нельзя довериться. Да уж. Бинтики. Джон Уик любит бинтики. Продолжаем. Итак, под уровень 3. Подсобка. Это неприметный служебный коридор. Приведет вас к весьма... весьма приметной базе Хекса. Ну, давайте прогуляемся. Посмотрим, что за коридор. Может быть, он что-то Уинстону скажет. Это навряд ли. Ух ты, вот это подсобочка-то. Мне наконец-то открылась истина. Права, которые я пытаюсь свернуть себе всю жизнь, ничего не значат по сравнению с тем удовольствием, которое я испытаю, наблюдая за вашей смертью. Мои люди прикончат вас. Или я это сделаю сам. И Уинстон ничего на это не скажет? Что-то странненько, конечно, ну ладно. Ага. Это как бы большая подсобка, но роли особой она для меня тут не играет. А, я вот здесь проходил. Все, меня отнесло, я думал, что это закрыто такое.
Все, понятно. Вот, иди сюда, товарищ, я тебя нейтрализую. Вот так вот. Мне нужна эта винтовка сразу. Лучше дробаш сразу поставить на место. Так, пока вроде все хорошо. Так. Ну там вышибало. Так. Укладываем всех. Это самый рабочий принцип, ребят. Укладывайте их самбо-мамбой. Так, ясно. Ну иди сюда. А вот теперь можно и забрать старое оружие. О! Вы не вовремя вышли, леди. Но она реально не вовремя. Еще кто-то вышел, красота. Сколько вас здесь? Ты с такого расстояния промахнулся. Он буквально вплотную стоял к тебе. Так. Это вышибал, до него я доберусь. Интересно, сколько здесь всего людей? Тут ограниченное количество NPC, у меня вопрос. Реально очень интересно. Так, где открылось? Ага, снизу. Слушай, я сейчас себе просто дорогу из патронов сделаю. Пусть подойдет, я его лучше забью. Так. Слушайте, я так на них сейчас всю винтовку потрачу. Подойдет. Что, буду тратить хороший патрон на него? Еще чего? Помирает быстро. О, где открылось? Не здесь, не здесь, не здесь. Где-то впереди открылось. Наверное. Че ты поймешь? Это грозовая платформа.
теперь идемте за винтовочкой второй. Так. Их тут реально тонны. Сколько их там? Знаете, я под... У меня здоровье-то тратится, конечно, но не чтоб так сильно. В общем, они вылезают из ниоткуда здесь. Пойду скажу так за винтовкой. Если их там целая армада, это, конечно, трындец мне. Слушай, я тут сейчас соберу целую коллекцию. Вот опять кто-то вышел. Не, пусть подойдет поближе. Соберись, выб. Парировать. Вот заметьте, я тут просто хожу. Мне лично нужно... То есть мне нужно просто пробраться через эту гору трупов. Это чисто живое мясо. Это мясо для битья. В общем, ясно, их тут будет много. Они будут стараться меня сдерживать. Ну, не может быть здесь их... Не может быть здесь так много. Тут что, зациклило, что ли? Так, где теперь открылось? Наверху, да? Наверное. Вот зараза, а ну иди сюда. Все, не жалей их больше. Ты здесь видел? Ты, может, показалось? У меня тут три патрона, это ни о чем, но лучше, чем ничего. Так. Ну вот это еще можно здесь 18 патронами. Так.
Так. Враги рядом, да? Чё, прибились всё-таки. Их очень много, надо было сразу заходить, сбегать. С другой стороны, ведь сохранить в каком-то смысле слова. Не надо будет сразу тратить. Но заметьте, мы добрались до финиша, нам не дали уехать. Враги рядом. See it so clearly now. Мне наконец открылась истина. Право, которое пытаюсь вернуть себе всю жизнь, ничего не значит по сравнению с тем удовольствием, которое я испытаю, наблюдая за вашей смертью. Мои люди прикончат вас. Или я это сделаю сам. I'll do it myself. Давай, иди уже к бабе-яге. В общем, просто будем идти вперед. Так. Промах. Вот тебе жри. Идем чисто напрямую. Вот так вот. Поднимаем все. Чисто шмаляем их. Шмаляем и все. Забываем о всяких их существовании, бессуществовании. Так, отлично. Так. Так, перевяжусь. Но я вовремя перевязался. Парировать. Так. Меня сейчас прибьют. Ну давай, собери свой. Я не буду тратить второй пин. Так.
Он просто ему дал подых. Походу, вот этот уровень у нас будет, ну, в этом эпизоде последний, а следующие три у нас будут уже на потом. Ну, я записываю так вот, эпизодически разбиваю. Ну, это реально правильно. Во-первых, чтобы вас не нагружать. Давай, Хекс. Мне наконец открылась истина. Права, которые я пытаюсь вернуть себе всю жизнь, ничего не значит по сравнению с тем удовольствием, которое я испытаю, наблюдая за вашей смертью. Мои люди прикончат вас. Или я это сделаю сам. Соберись, Уик. О, дробаш с 5 единицами. Его я возьму с собой потом. Тут с 3 единицами. Так, теперь идемте вниз, мистер Уик. Можешь и перебинтоваться. Давайте перебинтуемся. Как говорится... Посмотрим. Если судьба благоволит нам... Значит, нам не нужно будет лишний раз морочиться. А если не благоволит, ну, значит, так оно и быть. Прямо в углу он ее забил. Бедная женщина. Так, идемте зачистим. Эту я пока оставлю здесь, пусть полежит. Полезная. Так. А это... Ребят, вы определитесь, кто хочет... с мистером Уиком быть вместе в паре. Я лучше добью. Вот так вот. Так.
ждать. Соберись. Прекрасно. Отлично, есть от чем отстреливаться. Так. Зараза какая, жри! Брось оружие. Пойду возьму вот это. Получше будет. Я видел, тут кто-то кого-то открыл. Второе дыхание. То есть рядом враги. Где еще? Надеюсь, это все. А уж пушку возьму обыкновенную. Да, прошли. Но опять же, прям здоровье уходит в ноль почти что. Я зато правильно сделал, что взял свои бинты. У нас теперь только 3 уровня с стандартными 2 бинтами будет. Но это лучше, чем ничего, как говорится. Что ж, погнали. Мистер Уик. Он как темный рыцарь в ночи. Избивает всю канализационную тварь в округе. Превращает ее в решето. И продолжает свое движение. Мистер Уик знает, как нашпиговать всех свинцом. А если не знаете, он вам сейчас это все продемонстрирует. Мистер Уик знает, как и раскидать мясо по канализации. Он даже грамотно перевязывается, посмотрите, и не заносит такие раны. Играет в лестничное самбо-лямбо по яйцам. Видите, как он бьет самбо-лямбо по яйцам? Это очень сложный процесс. Добрый день, как стоим? Спасибо, леди. Вам нужно по яйцам, смотрите, по яйцам. Вот так надо по яйцам. Молодец, леди. Держи. Обмен. Не размен. Далее. Подберем лучше вот эту красоту. Так. Огонь, огонь, огонь. Теперь станцуем карта-балет а-ля The Week. А-ля The Week, карта-балет. Бьет со всеми. Мистер Уик избивает всех подряд в узких коридорах. Он специалист в этой технике боя. Там. Смотрите, как он избивает женщину. Женщину избивает в грёбаном броньке. И он пробил ее сквозь пространство. И это тоже пробил сквозь пространство. Всех пробил сквозь пространство. Смотрите, например, вас отправляем вне пространства, временной сон. Смотрите, она в экстазе лежит. Видите, она как двигает голову, она в экстазе. Осталось теперь вызвать только лифтик и
отправить парочку бандюк восвоясь и подождать. Подождем ли? Мы ждем ли? Это вам. Эй, ты чего? Ну-ка, полежи вот так вот с пулей в башке. Вам тоже? Ах ты, гребаная башня. Экстаз не хватил. Вот тебе еще экстази, экстаз, экстаза, экстазуса. Не знаю, как правильно называть. Это уже эйфория. Заметьте, он уже поженил. Мистер Уик создает гарем для молодожен. Пытается выехать. Эй, кто? У кого ключ от лифта? А ну отдай тебе ключ. У кого ключ от лифта? Ключ отдайте, кому сказал. Ключ. А, ключ-ка дайте. Вот, вот так, боец, вот так, у тебя был ключ. Шикарно. Да я заберу твою пушку, а то это уже разрядилось. Собрали все мои патроны. Мистер Уик, в канализационной подземке Ракнусского метрополитена области Нью-Йорка очень много бандюк, которые забирают у вас ваши патроны. Вот же патронная гопота! Мистер Уик сразу сквозь нее прошел. Что ж. Что ж, ребят, надеюсь, что вам понравилось это прохождение. Спасибо всем, кто сегодня с нами на нем был. В следующий раз, в следующем эпизоде, он будет финальный. У нас с вами 2 бинта, 1 пистолет и оставшиеся 3 точки. А именно, эпицентр, отсюда хорошо наблюдать за тем, как распадаются страны, возносятся империи, а все кругом пожирает порча. Потом будет рукав. Хекс не смог бы достичь своего статуса, сражаясь честно. Вам придется столкнуться со всеми бойцами его личной армии. Ну и под конец. Уинстон и Харон ждут вас внизу. Пора закончить с Хексом. Что ж, ребят, ну с вами был Вескер, Амбрелл Тачинг. До скорой всем встреч и увидимся в следующую субботу. 12 часов по московскому времени. Ну и не забывайте, что у нас стримы каждый день. Буду вам очень рад. Удачи!